Объединили в одно дело. Апелляционная палата Кишинева связала жалобы, поданные ПДС, ПНЕ, блоком Рената Усатой и платформой «Да» относительно решения ЦИК об избирательных участках за рубежом. Решение приняли в понедельник вечером. Слушание по делу перенесли на четверг, поскольку комиссия попросила время на подготовку. Изначально судьи должны были рассмотреть только ходатайство блока Рената Усатой. Лидер формирования и его адвокат потребовали отвода одного из судей, Анатолия Минчуна. Он в 2014 году входил в состав, вынесший вердикт об исключении из избирательной гонки партии Усатова. Есть все основания подозревать, что и теперь он вынесет неблагоприятное для нас решение, которое вновь нарушит правило быть избранным. Однако отвод отклонили. Дело рассмотрит тот же судейский состав. Решение обжалованию не подлежит. Позже судьи сообщили, что еще три формирования протестовали решение ЦИК о количестве избирательных участков за рубежом. Таким образом, они решили объединить четыре жалобы в одно дело и перенести заседание. Все это время у здания суда находились сторонники избирательного блока Рената Усатой. Лидер формирования объяснил, почему выступает за увеличение количества избирательных участков для диаспоры. Эти люди не виноваты в том, что они были вынуждены уехать из страны. И сегодня у нас 1 000 000 человек находится за рубежом. Они не уехали от хорошей жизни. Как сегодня можно говорить кому-то о том, что им требуется ситуация интерна?